Всем привет, УМЗАП, напоминаю, дорога нашему сердцу компания. Вот, взяли автосервис на Сиванской, идет ремонт, вот заканчивается уже 17 мы июля, начали. Сегодня у нас с вами 7 августа, то бишь третья неделя заканчивается. Вот, краткий экскурс сейчас проведу, что сделано, что еще предстоит сделать. И когда планируем открыться, если кто ждет, будем вас ожидать к нам в гости. Давайте пройдемся. Напоминаю, что автосервис находится на улице Сиванская, 62. Вот он, адресок. Самое ближайшее — это метро Кантемировская, Царицыно, тоже, в принципе, недалеко. Вот на этой базе вы подъезжаете к в шлагбауму, вон там крылечку тормозитесь, и спрашивает, выходит охранник, либо вы приехали, если в автосервис, то вы приехали в любимый сервис, мы так называемся, ежели за запчастями, то говорите ИП Фомин. Вот, видите, машинки подъезжают, сейчас выйдет даже охранник. Тут организации много, сейчас расскажу, чтобы не терялись, когда заезжаете. Ну вот, от крыльца, вот видите, охранники тут отдают. И сразу бросается, вон они, мы приныкались за погрузчиками, эвакуаторами. Сейчас пройдем туда, застанем работу в самом разгаре и с вами оценим масштабы произведенной работы. Здесь будут въездные ворота, там они сейчас подняты, опускают. Вот, люди уже приходят за запчастями, теряются. Вот он, вход, даже стрелочка, видите, оранжевая. Давайте пройдем на приемку сейчас, посмотрим. Там уже отдел запчастей работает полным ходом. Да, попали на приемку, вот видите, покрасили полирок с водичкой. Нас менеджер Роман, помаши рукам, попроси, да, помаши зрителям на нашем канале. Вот здесь у нас кассир, он сейчас вышел, еще один Макс раскладывает уже третий день склад после переезда. Да, а вот клиент. Все у вас нормально? Да, хорошо. Так, обзор делаем. До свидания. Вот. Все вот так вот происходит. Сейчас выдвинемся в цех. Там, видите, еще кипит работа. Вот тут, смотрите, все еще не разобрались. Самое главное. С этим еще не разобрались, но обязательно разберемся. Завтра уже придет сисадмин. Ну, так вот потихонечку двигается. Вот он наш кассир в огненно-красном платье. Зовут Юля, прошел. Ну что, мы сделали ремонт, уже почти заканчивается, несмотря на срач. Вот стол сварили подкатной, подъемнички сегодня приезжали, проверяли. В принципе, готовы к работе. Задача какая была у нас? Сделать мойку для зимы, чтобы обмывать техническую, и для помывки запчастей, когда ремонтируем. Вот сюда вот вырыли пластиковый кессон, вот он, его сейчас обшивают, чтобы можно было заезжать. Поэтому такая пыль, это ржавчина, которая счищена, да, за энное количество листов. А вот видите, это Макс, менеджер будет. Тоже у нас вот так вот сейчас все идет. А вы что мутите? Наш водитель Дмитрий. Вот, соответственно, склад. В таком еще, но уже более-менее синхронизированном состоянии. Кирпичи остались от ямы, сейчас покажу тоже где. Бандура будет врыта сюда и будет с той ямкой у нас соединена. Вот видите, идет. Уникальные технологии, варят прям при вас, конечно, стоит недешево, но качество, конечно, нормальное, потому что мы его тут ворочили, это ему хоть бы хны, как-то он там назвал эти технологии, даже не вникал. Это уже будем делать чуть позже, в процессе. А так, сегодня у нас 7 августа, 8 августа вообще планируем уже принимать первые автомобили, несмотря на то, что на данный момент 14:50 и все еще в таком состоянии, думаю, что к завтрашнему дню уже будет гораздо все чище и лучше. Они закончат вон там они сварочные работы. Я думаю, часа через два, и мы начнем планомерно здесь все вымывать.
Ну, по-моему, это я уже все показывал. Здесь все-таки мой кабинет пока еще. Здесь сделали клиентскую, уважаемые люди, уже тоже, по-моему, видели. Пока без Xbox или PlayStation, но с водичкой и телевизором. Так что, если будете здесь на ТОшке, можно будет посидеть или полежать, у кого какое состояние. Посмотрим. Основная задача еще работникам обеспечить быт, потому что он тоже немаловажен. Этим мы сейчас и занимаемся. Здесь уже доделали, там раздевалочку, не буду показывать. Сейчас пока работники живут там, ну, переодеваются. Здесь это тоже уберем все. Основное, что сделали для наших любимых, это видите, поменяли пластик весь здесь, покрасили, сделали. Купили наконец-то людям бойлер. И основное, это все-таки душевая кабина, благодаря которой можно мыться после тяжелой работы. Ну или если из клиентов, конечно, будет желание, можем вас тоже помыть. Укрепляем, так сказать, каркас, потому что здесь, ну и, соответственно, бетонные плиты пилим, не пилой по дереву. Ремонт полным ходом. Толян, что не скажешь нашим подписчикам? Нет. Толян, одернули дверь поставить, а Толян... Один день, да. Проснешься завтра узбеком, прикинь? Засыпал русским и проснулся узбеком. Я тут как начал болгаркой пилить. Да, ну, короче, вручную. Вот так вот полным ходом идет ремонт. Ну, вроде вырисовывается что-то. А это мини-склад. Совсем что закупили, оборудование, вот сейчас мы постепенно его собираем, выносим в цех, раскладываем, ну, это уберется, здесь будет топливка, видите, тоже покрасили, не помню, показывал, не показывал, вот шиномонтаж все-таки перенесли сюда, поставили в таком закутке, но все нормально, готовы вам помочь и организовать. Ну что, любимые подписчики, вот я нахожусь на заднем дворе. С вами пробежались, быстренько посмотрели. Ждем вас. Начиная с 8 августа у нас в сервисе. Подписывайтесь, приезжайте, смотрите, подсказывайте. Будем прислушиваться на первых порах ко всем вашим пожеланиям. Всем пока!